В прошлом видео мы с вами поговорили о пятерке собак, которым можно доверить свой дом, своих детей, свое имущество и свою жизнь. Собаки-телохранители сделают все возможное, чтобы защитить хозяина от угрозы. И, конечно, было бы несправедливо сделать только одну часть про лучших собак-телохранителей, ведь их гораздо больше пяти. Поэтому это вторая часть данного видео. Давайте начинать. И открывает наш топ кавказская овчарка. Кавказский волкодав, как еще называют эту овчарку. В высоту достигает 65-75 см. Имеет довольно взрывной темперамент и выраженную агрессию по отношению к посторонним. Независимое и бесстрашное животное, на генетическом уровне преданное хозяевам, является отличным охранником. Кавказцы дружелюбны к членам семейства, в котором живут. Незнакомых людей и других животных всегда рассматривают через призму недоверия. Обладая крепким телосложением, внутренним чутьем опасности и молниеносной реакцией, они всегда готовы встать на защиту. Эти лохматые исполины наделены редкой отвагой. Им неведом страх. Они готовы напасть на каждого, от кого исходит угроза семье или вверенной территории. По этой причине на владельце лежит огромная ответственность. На четвертом месте ротвейлер. Ротвейлер – крупная и мощная собака, внушительным экстерьером, вызывающая уважение и трепет. Веками представители этой породы жили бок о бок с человеком, будучи превосходными сторожами и охранниками. Суровые условия содержания закалили их бойцовский характер и сформировали отличные физические данные. Воспитанный, социализированный пес не будет проявлять беспричинной агрессии или беспричинно лаять, но сутки напролет готов охранять веренную ему территорию и членов семьи, пусть даже и ценой собственной жизни. Благодаря врожденному интеллекту он способен отличить истинную опасность от бытовой ситуации и принять верное решение. Хозяин и лидер для ротвейлера лишь один. В семье питомцы ласковые, даже нежные, послушные и добродушные, хоть и кажутся грозными гигантами. На третьем месте доберман. Умный, серьезный, ответственный доберман всегда на чеку. Питомец отлично обучаем и всегда помнит усвоенные уроки. Обладает аналитическим мышлением, способен выполнять серию сложных команд, работать в быстром темпе и может принимать самостоятельные решения. Обладает умеренным уровнем агрессии. Также данная порода может нередко быть упряма и своенравна ввиду развитого интеллекта. У нее на все есть свое мнение, поэтому только грамотное выстраивание взаимоотношений — это залог успеха. Хорошо воспитать такого пса сможет только человек с уравновешенным и спокойным характером, которого питомец будет по праву считать лидером в семье. Также доберман за период своей жизни будет предан лишь одному хозяину. В семье они ласковы, игривы и заботливы, но рассматривать добермана исключительно в качестве компаньона, а не охраны породы, не стоит. На втором месте Алабай. Очень гордый, независимый пес с развитым чувством собственного достоинства. Все посторонние не вызывают у Алабая доверия, зато своему хозяину пес доверяет безгранично, чутко улавливая все оттенки его настроения. К остальным членам семьи Алабай относится миролюбиво и дружелюбно. Особенно хорошо в семье питомцы относятся к детям, великодушно прощая им мелкие шалости. На протяжении столетий представители этой породы самостоятельно принимали решения по охране и защите человека и его имущества. Если Алабай находится на своей территории, у него сразу проявляется охранный инстинкт. Собаки обладают высоким интеллектом и хорошо поддаются дрессировке, так как в них веками закладывался инстинкт стаи. Они способны подчиниться человеку, которого признают лидером, но при этом свободолюбивы и независимы. Если питомцы чувствуют, что хозяину грозит опасность, то без промедления кинутся на защиту, даже без отданной команды. На первом месте каны корса, одна из самых древних пород группы молоссов, предки которой использовались в качестве травильных собак-ладиаторов, охранников и телохранителей. Каны корса обладает крепким телосложением, чрезвычайной ловкостью, быстрой реакцией, внутренним чутьем опасности. Ярый защитник собственности и семьи, охраняет веренную ему территорию и всех членов семьи с особой тщательностью. По своей натуре они не агрессивны, в семье очень ласковы, преданы и заботливы, могут стать настоящими няньками для детей. Каны корса смогут защитить хозяина при любой опасности, и им даже не нужны для этого отданные команды.
На нашем портале вы можете познакомиться со всеми породами собак из данного видео и приобрести щенков множества различных пород от проверенных лично нами на титулы и документы питомников. Наши ответственные заводчики помогут вам на всех этапах взросления щенка. Нам очень нужна ваша поддержка. Поэтому, если видео вам понравилось, не забудьте поставить ему лайк и подписаться на наш канал. Ну а мы увидимся с вами в следующих видео.